И всем привет, с вами Александр Навасов. В данном видеоролике сегодня будет крутой видеоролик, так как у нас сегодня распаковка, и распаковываем мы сегодня коврик, который называется Кубер, и достаточно он такой крутой и дорогой. Начали. Значит, смотрите, вот такая вот коробка, это именно с таким ковриком, называется он Gaming Surface. Вот такая вот коробка от коврика, да. Стоимость его дорогая. Здесь тоже есть языки, как устанавливать, как все делать. Но коробку я покажу позже. Тут есть разные языки, например, немецкий, испанский, французский, украинский, казахский и латвийский. То есть здесь можно почитать все, но почему-то русского языка нету. Ладно, русского языка здесь нету, но, блин, ладно. Окей. Я не обижаюсь на них. Но все же вот такая коробочка. Для начала написано Пандора. Здесь нарисован, по-моему, из Rainbow Six. Компания Кубер. И здесь написано Пандора и размер 900x400. Все. В общем, пошли смотреть коврик тогда. Начинаем. Начнем с того, что этот коврик не помещается мне на стол. И это, конечно, минус разработчиков. Но ладно. Это не минус, конечно, разработчиков. Это, конечно, минус разработчиков стола, так как он у меня маленький. Но да ладно. А выглядит коврик сейчас покажу как. Значит, выглядит он вот такой вот. И там особого ничего не показано. Но сейчас мы попробуем это все убрать. Клавиатура, мышь, и посмотрим, как он вообще выглядит полностью. Итак, вот целый коврик. То есть на нем нарисованы какие-то персонажи из Rainbow Six или из какой-то другой игры, я просто не знаю. И здесь все очень качественно вообще сделано, по идее. Материал хороший, мне понравился. Вот так я закрепил клавиатуру, чтобы снимать это все. Ну да ладно. Возвращаемся к нашему коврику, у которой ткань достаточно хорошая. Да, кому видно, тому видно. Дальше. Теперь идем к основе. Коврик, он прорезиненный, то есть здесь резина. Я не знаю, как вам будет показано это на видеоролике, но для меня так вот нормально. В общем, смотрите. Здесь обычная резина. Здесь ткань. Ну и размер такой вот, то есть здесь нарисованы всякие разные принты, как какой-то чел стреляет, и я не знаю, как на камере будет показано, но достаточно-таки хорошо все это показано, и эта текстурка очень хорошая. Кубер, там тоже написан принт Кубер, но я сейчас не могу показать, потому что не могу. Вот так вот выглядит принт. Вот так я как-нибудь сейчас поставлю, чтобы вам было видно. Вот так вот, то есть там все хорошо прорисовано. Кому будет видно, тому будет видно. Я вот так вот установлю. Видите, да? Все четко сделано. Дальше вот так вот можно посмотреть. Очень красивый ковер. Но стоит он, конечно, дорого, но кто, так сказать, богатый, может его себе позволить. Но сейчас мы попробуем, как на нем играется, так что не переключайтесь. Так, еще раз показываю, как выглядит сам стол. Так, ну еще раз по-быстрому посмотрим коробочку Pandora Gaming Surface. Такой вот интересный, очень даже интересный у него принт на самой коробке. Я говорю, тут русского языка нету, я уже говорил, показывал вам то, что здесь русского языка нету. Здесь тоже какие-то показаны всякие разные спецификации. Здесь написано размер, толщина, поверхность и основа.
Здесь можно еще почитать на разных языках. Это все, ну и все, в принципе. Здесь ничего такого интересного вроде нету. Да. Погнали проверять играбельность. Так, сейчас будем проверять играбельность этой фигни. Ну и достаточно, как еще зайдем в CS, наверное. И уже... Нормально вроде все работает, клавиатура не мешается, хоть здесь у меня есть всякие подножки, ну да ладно. Сейчас я, значит, включу КС, и уже на КС я протестирую полностью. Ну так вот, в принципе, нормально работает мышка на этой фигни, на второй скорости, как я всегда пользуюсь, нормально, в принципе. Так. Рашим. Так. Минус один. Бомба у нас. Второго убил. Так. Вот. Все. Победили мы. Победили. Все круто. По-моему, они где-то на А. Бей их. Они где-то рядом. Они, наверное, на шорт пошли двое. Оставшие, которые были. Так. Наверное, на этом все. Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео и всем удачи и всем пока-пока. Пока.